И снова здравствуйте, с вами опять Антон Моро, и мы продолжаем проходить игру под названием Европа 3, Божественный ветер. И как вы помните, в предыдущей серии мы чем-то занимались. Если честно, я уже не помню. Вроде бы мы открыли Индию. Ну, вроде бы, я не помню. И ладно, опять же таки играем за Великобританию. Ну и начал игру. Так, кто мне тут восстал? Претендент. Сразу две армии претендента. Ну ладно. Так, я помню, мои свои кораблики отсылал всю... Нет, это не те кораблики. Кораблики, которые коги, идеально. Вот. Да. А, ну да, я открыл Индию. Время на максимуме. И теперь остается просто ждать. Какие у меня советники? Так, это мне не так надо. Так. Что-то я хотел сделать, я помню. Что-то я хотел сделать. Ну ладно, давайте инвестиции в управление наймем. Лишним не будет. Сразу же 100 уровня, плюс 18, отлично. Кстати, а когда, на каком уровне у меня там республика будет возможна? Только на 19-м. Только на 19-м. Ну ладно. Так, новое национальное решение. Так, чего это нужно было? А, нужен такой, все. Принять закон о роспуске. Лишь король абсолютно. Но контроль над королевством. Это то есть абсолютизм. Все, я понял. Короче говоря, основывается парламент. Так, личная свобода плюс один, минус риск восстания, минус бесчестие. Эффективность производства. Ну, раз уж я по-любому за республику буду играть, почему бы и нет? Почему бы и нет? Ладно, лишнего уж точно не будет. Риск восстания уменьшит. А восстание у меня тут повсюду. Так, дорогие мои кораблики. Я, конечно, понимаю, что вы... А, все, молодцы, сюда колесите. Эх, жалко, что вы не захватываете пиратские корабли. А то мне бы это очень помогло. Ну ладно. А, знаем, но у меня огромное количество денег. Какая легитимность. Самая минимальная просто. Блеск. Клитван. Ну я хоть... О, Пруссия основалась, отлично. Пруссия была основа Тевтонским орденом. Молодцы. Кто у вас, какая у нас династия? Я что-то не понял. Король Максимилиан Франц I. Какой династии правит? То есть получается, не только год назад основались. Но я реально не понял, какая у них династия? Должно писаться. Ну ладно. Династический брак с вами не смогу заключить. Ну, датчане меня, понятное дело, не любят. С Ганновером. Не знаю. С сицилийцами. С вами я понимаю. Да. Присоединить их, что так давно. Капал. Вроде. А, я могу присоединить. Мне нужен династический брак. Глупый Орлеан. Литва нет, Пруссия, да, Ганновер нет, короче говоря. Только Пруссия. Ну это понятно, не маленькая нация, только что основались. Ладно. На колонии посмотреть. То есть. Я сейчас посылал как бы. Что-то вообще не помню. 660. Так, ну да, сюда, правда. А, они уже есть.
А здесь есть, а здесь есть, а здесь, а здесь, а здесь, а здесь, а здесь. Короче, куда-нибудь его надо насылать. Так, что я могу построить? Ну, крепости, так, здесь я не думаю, ладно, не буду строить в Ирландии. А во всех, а в Африке буду обязательно строить. О, у меня уже два шпиона. Ладно, если ко мне еще одного хотя бы шпиона пошлют, я ими воспользуюсь. А где мои кораблики? Где мои коги? Побыстрее. Вы не мои коги. Где мои коги? Вот вы. Побыстрее. 63%. Они скоро возьмут штурм центральной графства. Я это не хочу. Меньшинство стекает. А, так называемые пилигримы, являющиеся последователями лютеранцев, с отвращением смотрят на нашу церковь. Их вера грешна. Большинство их просто гибнет в колониях. А, короче говоря, такая же штука была и в реальной истории с пуританами. Потому что из Англии, из Британии, все в плане пуритан там было не очень гладко. Ну и по сами пуритане, они отправлялись в Новый Свет, в Северную Америку, чтобы основать свои колонии и прочее. Ну ладно. Так, тут я с ними разберутся. А брак мне сколько? А у меня она сейчас будет. Отлично. Так, да, отлично. Сама может развиваться. Но здесь лютеране теперь живут. Ну ладно, сейчас у меня... Короче, как только все провинции в лютеранство переходят, я его приму. Карта религии. Шведы официально приняли лютеранство. Кто еще его принял официальным уровнем? Так. Все? Это все, серьезно? Британство здесь больше нигде. Ой, какое британство? Это все, кто принял лютеранство? Ну, то есть, ну, провинция я не считаю его на официальном уровне, только шведы. Так, мои маленькие кораблики, ну давайте, побыстрее, побыстрее. Так. 75%. Так, арморика, отлично. Это хорошо. Так, опять брак. Ну, в таком случае посылаю. Крепость нужно понастроить, конечно. Так, давай в Лондон побыстрее. В Лондон, давай. Убережье в Гвинее. А я была не быстро, туда-сюда. Ладно. О, блин, ну капельку не успел. А я ладно, нормально. Так, Бетфорд против Джеффри Брока и Хьюрель. То есть оба они хотят стать королями. Ну, то есть император. Эх, ну ладно. Отлично, быстро уничтожил. Кораблики, чинитесь. Я вас, думаю, отправлю на исследование нового света. Так, спасибо. Да, хорошо, что я это включил. Чтобы я точно знал. Ай, так, нет командующего, серьезно. Ну, наймите кого-нибудь. Да, у меня уже дрожится никаких. Да, вот кто-то, это лучше ничего. Морбиан, вы в Лондон идите, это понятно. А, видите, масть, она... Ниже это может спадать? Я просто не помню, у меня просто ни разу не спадала легитимность. Настолько. Ниже, у меня даже ниже 20 никогда не было. Хочу кое-что проверить насчет игры. Нет, здесь такого нет. Эх, ладно. Надо было повыше поставить. А то как-то, ну, немного легко, что ли. А про них я видите, как хорошо, что мне пишут. Ладно. Ну так вот и просто. Я просто хотел бы сложность повысить. А то ну, как-то я легко, что ли, все это сделал. Габу, молодцы, что говорите, что там в осаде. Эх, ну, генерала. Так, у меня где? Давай сюда.
Хотя одного колониста пошлю в Карлтон. Оливер Дрейк. Как много у меня Дрейков? Так, то есть... Я не отправил? Вот. А быстрее. Молодцы. Буре. Ладно, бамбук. Так. Забыл про самое главное. Извините. Так. Орлеан. Мне именно его нужно присоединить сейчас. Ожидаем Буре. Опять Массина в осаде. Буре в осаде. Короче говоря, бред полный. Вы в Буре, вы в Массину. Я забыл про Кайор. Кайор. Отлично. Вот именно для этого нужно строить крепости повсюду. Хотя первого уровня, да, они должны быть везде. Карл. Отлично, молодцы. Командировали в Массине. Молодцы. Идите опять. Куда вы идете? В Кумасе идите. Кстати, я вообще сейчас... У меня хватает колониальной дистанции. А у меня вообще сколько в море мне инвестируется? Так. Если я на ноль казну... Так, я сейчас не покажу. Ладно. Сейчас и... Как обычно, приходится сейчас ждать месяц и... Ну, неплохо, что могу сказать. У меня отличные доходы. Эх, ладно. В таком случае морское дело чуть повыше. Ну, производство... Ну, мне не надо это все. Мне производство, торговля это не так важно. То есть по минимуму поставлю. Управление побольше. Нибудь вот так. Вы здесь хоть как-то. Ну, ладно, нормально. Ай, вы здесь. Сидите в бамбук, как обычно. Просто жду. Так, опять вам даю денежку. У вас уже новый король Луи. Была только что Клодин. Оказывается, это была женщина. Теперь у вас Луи. Да, и у тебя уже есть наследник. Ну, ладно. Опять денежки. Не улучшить отношения. О, отлично, он у меня вырос, обладая всеми качествами лидера и превосходного тактического навыка, Георг Первый сокрушит каждого, кто посмеет выступить против нас. Да, да, Георг, конечно, у нас просто молодец. Вот такой он, как настоящий такой вояка и очень хороший организатор. Но дипломат из него никчемный, конечно. Это никчемный. Да, что ты забывал, ладно. Да, я просто в этой игре с верами никогда не пользовался, вот не особо про них и не знаю. Я знаю про них Виктории, я ними всегда пользуюсь. Здесь я редко пользовался, обычно просто расширял и все. Даже не смотрел, что мне это дает. Ну не хватает. Ну не хватает. Ладно. Герцог Орлеанский. Отлично. Баба Мэй. Отлично. Золото. Партикуляристы. Ну, не проблема. Не проблема. Быстро сейчас его уничтожу. Группы партикуляристы. Самуэль. Так, Феррара. Нормально. Так, опять Орлеан. Как вы хотите. Ну, давайте попробуем. Да, отлично. Да верну, конечно же. Я ж добрый. О, у меня минусы бы все равно. Так что да. Блин, придется повышать казну. Вот так. Торговля 1 поставлю. На, то есть 1/10. Вот так. И в казну что-то я реально много. Нормально. Флотик у меня починился.
Да, хороший котик. Так, ну в таком случае, раз ты такой хороший. А тут у меня до сих пор. Да, до сих пор у меня есть хорошая идея. Давайте откроем фугу. Было бы неплохо. А, университет. Так, Иннокентий 9, новый папа. Мы немного все равно. О, я могу строить мануфактуры. Отлично. Кстати говоря, что такое мануфактура? Мануфактура — это очень хорошая вещь. У нее очень хороший доход идет. Так, давайте по береговой линии. О, пираты даже в Гренландии. Ну что за странные пираты? Да, так. Рабы, отлично. Таудеми, рабы. Так, легитимность у меня постепенно увеличивается, но так как у меня династические браки. Так, я присоединяю Нью-Орлеан. Так, естественно. Естественно, они хотят присоединяться к моему великому государству. Это естественно. Теперь нужно опять позаключить династические браки. Но у меня нету самого главного. У меня нету глупых дипломатов, которых у меня обычно очень много. Ладно, так, ники-бенники. Так, ты сюда ничего не сделаешь. А, карта религии. Ну, сюда. Так, опять часы бьют, ну ладно. Так, кораблики продолжают. Побыстрее уничтожайте. Отлично. Вармориком плевать. Так, пусть мои кораблики немного причинятся. Лишним не будет. Так, опять заливе. Все там хорошо, отлично. Давай быстрее, так, у меня новые колонисты. Карлтон, ну ладно, вы здесь сами сделаете все, а вызовут я. Тальбот, опять у нас Тальбот, наша вторая династия. Да, кстати, вот довольно-таки интересно, то, что я как-то у нас пропустилась война роз. Довольно-таки интересное дворянское противостояние в Англии, но у нас ее не было. Ну ладно, ладно. Это хорошо, так, так как про войну роз я только знаю, как назывались роды, которые друг с другом воевали. Это ланкастеры и йорки. А и в принципе все. В принципе, я особо насчет войны роз не знаю. Ну ладно, так, залив Нотр-Дам. Акади. Акадия почему-то всегда была. Вот за какой государство не играл, тут и в Европе 3, и в 4 Европе, именно Акадия становилась моей самой первой колонией. В... Ну, короче говоря, на втором континенте, на Северной Америке, ну, короче, во всей Америке. Так, здесь что-то еще имеется. Так, изучаем, лишним не будет. Хорошо. Отлично, у меня есть войска, есть, хорошо. Так, молодцы, вы их разбили хотя бы? Потом били, молодцы. Пролив, как там называется, Бель-Иль. Ну, опять-таки, все земли, единичка, история. Были французы, то есть сама Канада, по-хорошему, это было уже французские владения. Здесь было 13 колоний, прибрежные города, это... Британия, Канада и Луизиана, Франция, а Испания заняла Мексику. Мексику и неплохую такую часть современного Перу, Боливии. Ну, короче говоря, огромное количество центроамериканских государств и южноамериканских. Так, залишь этого Лаврентия. Отлично. Так, исследуйте. Информацию. Протестантская реформация распространяется в Европе подобно лесному пожару. Так. Так. Подождите.
Так, где у меня здесь триер? А где ты, мой дорогой триер, а? Вот ты где. Топай, триер. Да, они перешли в кальвинизм, я так и думал. А, да, как видите, теперь пошло... Пошли кальвинисты. Так. Так. Так, какой там полис у литеран был? Не, я лучше в кальвинизм перейду. Я, конечно... Да, лучше в кальвинизм, это очень хорошо для колониального государства было бы. Ну давайте, побыстрее. Находите здесь интересные вещи. Так, иное. Так, понятно. Так, у меня новые дипломаты. Пруссия, династический брак. Литва, то же самое. А Литва бяка, Пруссия молодец. Пруссия молодец. Да, огромное количество земель исследовали. Хорошо. Лишним это не будет. Точно. Очередная крепость в Кайоре. Что-то Кайор недавно взяли. Нужно нам крепость построить. Вот так. Ладно, думаю, здесь поисследую немножко территорию. Микмак, отлично. Ну, вот так, понятно. Теперь мне мур кальвинизм идет. Короче, просто идите во флот. Флотику. Я сам флотик, я думаю, да, исследую здесь что-нибудь. Отлично. Мы открыли не так не маленькую часть Канады, это хорошо. Отлично. А вот теперь я возвращаюсь обратно. Так, у меня новый колонист. Угу. Ну да, я думаю, на колониальной дистанции теперь буду копить. Такого советника, чтобы наконец-то поколонизировать Северную Америку. Так, у меня еще один дипломат, даже два дипломата. Ну что, не хотите? Ну давайте военный союз. Да, вы меня любите. Вообще, о, не Габсбурги появились. Да, да-да-да. Ладно, да. Сиена меня любит, кто меня еще любит? Аквилея. Плевать. Так, что-то меня мало людей любит. Династически заявили союз, отлично. Так, знаете... Нет, пока что я... Знаете, лучше поощрить, когда у меня будет 5 купцов, и уже тогда я пошлю их в один центр. А то они там приходят, их сразу оттуда вытесняют. Так, кстати, сколько вы мне зарабатываете в Лондоне? Кстати. Ну, неплохо. 41. У Ильдефранси это тоже хорошо. Ну, у Ильдефранси меньше торгуют, конечно, людей. А, кстати, мои дорогие португальцы, у них Тастамара, а у них вроде они уже были. Ладно. Так, а вы мне дадите проход войск? Ну, мне проход войск как таковой не нужен, я просто хочу кораблики на Мадейре оставлять. Так, вы уже здесь сделаете, туда-сюда отправляем. Так. Да, корабль, конечно, побитым. Ну, отлично. Так, Мадейра. Отлично, молодцы. Хорошая Мадейра. Хороший португальц. Так, Кастилья уже тут врезалась в них. Неплохо, неплохо. Молодцы, кастильцы. Молодцы. Манфактур. Я не могу нигде делать. Почему? Я как бы... Да. Ладно, я вроде понял, почему. Там строится или... Мануфактура, они в Африке хотят строить. Ладно. Так, у меня все время все меньше и меньше колоний. Это хорошо, у меня меньше колоний, меньше проблем.
У меня больше именно самостоятельных городов. Так, очередной дипломат. Давай расширим нашу сферу влияния. Отлично. Но все-таки мне, знаешь, я вот никогда не задумывался, что делать сфера влияния. Я просто думал, что это просто дает повод с войны к всякому, со всяким, кто будет с этим государством хоть как-то. Короче говоря, ради какие-либо дипломатические отношения. Много я могу создать государство. Ну, посол, понятное дело. А я могу мальцев освободить. Не могу. Да, я не могу мальчицу освобождать. Не хотят они. Ну ладно. Так. Ну да, нужно хоть посмотреть, правда, что эти сферувени делают. Ну, кроме этого. Кораблики, молодцы. Кораблики в Западное море. Туда же. Зачем я с тобой артиллерию таскаю? Интересно. Так, отлично. Военная... Отлично! Ну, военная мануфактура. Ну, так, отлично. Железные... Так, правитель полководцев сделаем. Какой у нас? Он у нас хороший полководец. Не лучший, но хороший. Так, у меня здесь что-нибудь есть. Так, это нормально. Так, подождите. А, так, ну, понятно, здесь все так же. Пока что никаких новых, но здесь есть. У меня что? У меня город. Так, посмотреть. И опять же таки, мелкокалиберные, они хуже, чем эти. Ну да, понятное дело, крупнокалиберные. Опять же таки, мои дорогие кораблики. Так, у меня новый дипломат. Вы не хотите со мной? Вы вообще новые. Так, вы наглые. Так, кумаки есть. Молодцы, уничтожили всех в Кумасе. Это хорошо. Соболиный остров. Производство. Так, нового миссионера. Управляю колонистом. Те. Также управляю. Ладно, магистр, так и быть, закажу картину. По 17 мая, отлично. Быстро, давай, ключи. Побыстрее. Отлично. Ладно, вот теперь в... А, Азорский, я перепутал. Вот так, крылья новые, отлично. Я послал бы, но не могу. Мало. Правда, очень мало. Разница? Ладно. Так. Так. Кстати, османы расширяются неплохо. У них она до сих пор эта династия, османли. Тут расширяется неплохо. Ладно. Династический брак, какие-нибудь дурачком. О, какой маленький дурачки. Ну, почему вы меня не любите, я не пойму. За что война? Так,
Дети, а в Швеции у них как бы была единственная месячная уния, я просто не помню. О, отлично, в Фрисляндии могут захотеть. Все, кораблики отдыхают. Армия отдыхает. Мне тоже не хотят. Ну ладно. Мы не только военный союз. Ну ладно. Маши, как говоря, мощно. Смотрите, они у мамилюков что-то выбили. Александрию. Мамилюки устремились в Эфиопию и про... Не заметили этих. Мальта в осаде. Мальтийский патриот. Нет, о нет, о нет, о нет. Кстати, за... Кстати говоря, Молдова. Молдаване Кафу взяли. Так, два. Ну, у меня кораблики чинятся. Мне лень. А я хоть от Мальты хоть какой-то доход получаю. Ну и ладно, так. Колонист, новый дипломат. Я даже не знаю, куда дипломатов тратить. Никто меня не любит. А Наксус меня любит. Да, молодой. Вообще, Наксус, плохой Наксус. Я тебя больше не люблю. Не люблю, ты меня всегда раздражал. Я играл за Византию. Ты меня всегда раздражал. Эх, хоть бы маленьким островом, но меня всегда раздражал. Ладно, думаю, на этом серию закончим. Чего же достигли в этой серии? Ну, во-первых... Наш правитель, император Георг, теперь является императором. До административной республики мне осталось лишь 3 уровня технологии управления. Это будет не очень скоро, как мне тем. Ну ладно, нормально. Я сам ничего не занимался, да, подкрывал побережье, немножко подкрывал все он. Ну, даже такого прям не было. Колонии я большую часть своих колоний превратил в самостоятельные города, как вы видите. И, в принципе, все. В принципе, больше ничего интересного не было. Потом подавление восстаний, Пруссия основалась, как вы видите. Ну, и все. Больше ничего интересного здесь, правда, не было. Так что, в любом случае, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Так что не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и, конечно же, комментировать видео. Всем удачи, всем пока. Встретимся в следующих сериях.